Я заложила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Приведите их в боевую готовность. Первый заряд прямо перед вами. Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага, вот и он. Отлично. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! Этого они точно не ожидают. Будь осторожен. Лазаревич поставил своих людей по всему периметру. Но! Гляди в оба, могут быть патрули. Я весь взмок, как шлюха на мессе. Зачем водить шлюх на мессу? Что такого? Эй, осторожно, наверху. Никто не должен заметить. Надо убрать этих ребят. По-тихому. Да тише, да. От тебя слишком много шума. Отличный выстрел! Можно качнуться на руках и прыгнуть. Ты-то, конечно, сможешь. Ладно, погоди, старик. Попробую найти другой путь наверх.
Осторожно! Прекрасно. Спасибо, приятель. Сюда. Нейт, сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. Разделайтесь с ними поскорее, пока они не позвали на помощь. Заряды, но сначала вам придется расчистить себе плацдарм для деятельности. Там ничего нет, когда же он признает поражение? Признает поражение, Лазаревич? Ты не смеши меня. Вот лагерь. Мы обладаем. Ты готов? Поехали. Еще ему надо. Если Лазаревич это услышит, нам горит. Oh!
Надо найти взрывчатку и привести в боеготовность. Нейт, сначала надо заложить взрывчатку. Забыл? Осталось заложить 3 заряда. Нейт, сначала надо заложить взрывчатку. Забыл? Осталось всего 2. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Хватит дурачиться, парень. Приведи заряды в боеготовность. Так, кажется, все. Пора навестить Лазаровича. Им нас не достать. Иди, я тебя подсажу. Ладно. Давай, приятель, прыгай. Ну и задница у тебя, Салли. Спасибо.
Порядок. Мощно же это было цунами, если забросило корабли так далеко на сушу. Черт, опять насос сломался. Эта штука вечно ломается. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж много. Чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли, может. Чужак! Ну что, понравилось? Мне бы не помешала твоя помощь. Да ты и сам справлялся. Вот тебе еще один. Салли! Хватит страдать ерундой. Нас ждут великие дела. Что ты называешь ерундой? Пойдем вдоль трубы, придем к воде. Идем вдоль трубопровода. Прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь мне напоминать? Я вижу лагерь. Ты готов? Постой. Одну секунду. Три месяца, и ты ничего не нашел. Но подожди, мы... Мы Командир! Наверное, Лазаревич. Этот человек пытался украсть находки с пятого участка. Ты предал меня за это? Нет, нет, Зоран, я объясню. Нет, нет. Нет, не надо, не надо! Меня окружают предатели и глупцы! Не пора ли совсем испортить ему настроение? Давай. Тревога! Обыскать лагерь! Бегом! Пошли, надо проверить. Вперед, парень, я тебя прикрою. Ладно, парень, наш выход. Вам хватит слишком мало, чтобы все терпеть. Заткни, надоело твое нытье. Thank you.
чужак! Похоже, Лазаревич настроен серьезно, Салли. Видел бы ты все это. У него тут досье на каждую экспедицию в Шамбалу. Аж с 17 века. Дневники Марко Поло нашел? Вот они. Шевелись, у тебя мало времени. Да-да-да. Достойный пилигрим легко обошел все препятствия. На пути к Шамбале. И что, по-твоему, это значит? Без понятия. Погоди-ка. С великой печалью смирился я с судьбой моих товарищей. Их роком стала ужасная ноша, что мы несли из Шамбалы. Может, они подумали, что цунами – это кара небесная? Подожди. Черт, Салли, камня Чинтамани здесь нет. Что? Слушай, пусть на меня обрушится гнев Хубилай-хана, я не унесу Чинтамани из его святилища. У Марко Поло не было камня. Тогда что же это за ужасная ноша? Я не знаю. Если камня здесь нет, то что же тогда ищет Лазаревич? Шамбалу. Здесь, Борнео. Далековато забрался, не находишь? Он пытается пройти по следу Марко Поло. Прямо в Шамбалу. Зачем? Потому что камень лежит там. Хлоя, говорить можешь? Сейчас. Да, слушаю. На этих раскопках они нашли какие-нибудь тела, останки? Нет. Странно, что ты спросил. А что? Тут разбился корабль с 600 людей. И нет ни одного тела. И куда же они делись? Куда б ты побежал от цунами? Как можно выше. Бинго. Надо подняться в горы. Там мы и найдем людей Марко. Хлоя, возвращайся к нам. Я уже иду. Отлично. О, Нейт, быстро уходи оттуда. Мне нужна еще минута, Салли. У тебя нет ни секунды. Они убиты. Сосредоточься. Черт. Иди смело, парень, я прикрою. Гранаты? Что ж, пригодятся. Гранаты? Что ж, пригодятся. Лови! Они заходят слева. Спасайся, кто может. Подходи.
ладно. Еще прибывают. Проклятие.
Наверное, сюда. Ух ты, Салли, взгляни на камни. А, вот это уже что-то. Ты только посмотри на это. О, да. Эй! Ну, что у нас тут? Кажется, здесь покоятся останки команды Марко Поло. Посмотрим. О, этому храму не меньше 1000 лет. Не меньше. Нам вниз. О, похоже, мы срубили джекпот. О, похоже, тут целая сотня трупов. Какие у них зубы? Все черные? Господи, да у них у всех такие. Наверное, они укрылись здесь от цунами. Должен быть какой-то ключ. Эй, я вроде что-то нашел. Здесь. Что? Опять смола. Я такую уже видел. Салли, посвети. О. Постойте. Это кровь. Кровь повсюду. Тут была жуткая резня. Пойдем по следу. Посмотрим, куда он ведет. След обрывается у стены. Да, странно. Этот поддается. Салли, помоги мне. Опять камни ворочат. Я ушибся. Следы ведут сюда. Боже мой. Еще трупы. О, Господи. Может, это бред.
Но, похоже, они поубивали друг друга. Слушай, у тебя просто паранойя. Ух ты, черт. Посмотрите. Что у нас тут? Осторожно. Господи Иисусе. Попались! Это у меня чуть сердце не выскочило. Ого. О, какая уродливая штуковина. Это что, оружие? Нет. Это пурба. Ритуальный кинжал из Тибета. Он устраняет препятствия. Что? Ну, в смысле духовные. А. Постойте. Салли, не о нем ли говорил Марко Поло? Я не понимаю даже, о чем ты говоришь. В дневнике он писал, что достойный пилигрим чудесным образом обошел препятствие на пути в Шамбалу. С помощью этой штуки? Слушайте, все это, конечно, очень здорово и интересно, но идти-то куда? Ну, может, просто на карте посмотрим? Ну-ка, покажи. Между Великой Индией и провинцией Тибета лежит земля, усеянная чудесными храмами. Их золотые шпили видны до самого горизонта. Слушай, я знаю, о чем он. Это в Непале. Да. Только это больше не земля храмов, это большой город. Да, это усложняет задачу. Погодите, тут еще. Из множества храмов лишь один скрывает тайный путь в Шамбалу. И путь этот откроется лишь пилигриму, что владеет золотым ключом. Здорово. Молодец, парень. Так чего же мы ждем? Уходим отсюда. Ладно. Пока. Надо идти. Я пойду разведаю обстановку. Может, руку дам? Ах ты, черт. Пошли. Гарри! Сюда! Не дайте ему уйти! Это Дрейк! Какого черта? Руки вверх! Не можешь с ними расстаться. Заткнись, Салли. Ну, конечно, это ты. А это? Почтенный Виктор Салливан! Объясни мне, на кой черт тебе сдался этот старый хрен? Тихо, Нейт. А ты чертовски смел для человека, который 3 месяца гнил за решеткой. Это лучше, чем 3 месяца бегать кругами по джунглям. Но корабли-то я нашел. Сам бы ты даже собственный зад не нашел. Даже с картой. Они явились вот оттуда. О, Гарри, посмотри-ка. Кстати, о картах. Между Индией и Тибетом храм таит в себе... Дорогу в Шамбалу! Слушай, Флинн, я не узнаю тебя. О, да брось ты, неудачник. Отведи их к Лазаревичу. Ты у меня пожалеешь, что вышел из тюрьмы. Идем. Цела? Царапина. Что ж, мне так скорее поверят. Попробую отвлечь их от вас. Хлоя, идем с нами. Нет. Встретимся в Непале. Бегите. Пошли. Вот умница. Да уж, не поспоришь. Черт, нас заметили.
Бежим! Осторожно! Ну, спасибо тебе! Ну, давай, не тяни время! Пошли! Бежим! Сюда. О, черт. И что теперь делать? Прыгать. Погоди-ка, ковбой. Совсем из ума выжил. Мы просто сломаем себе шею. Да, если не прыгнем, шею нам сломает Лазаревич. Я уже слишком стар для всего этого. Ай, да ладно, только не начинай опять. Слушай, ты у нас везунчик. А старик вроде меня должен знать, когда остановиться. Салли, мы выберемся, ясно? Как всегда. Ты поедешь к своей красотке в Непал, а я туда, где тепло. Хватит. Ладно, расскажешь мне обо всем, когда вернешься. Вот они! Черт! Ну что, вперед! После вас. Увидимся в аду. Яха! Побереги! Черт! Была права, когда сказала, что у Лазаревича неплохая фора. Он заручился помощью местных бандитов. Этот город уже давно на грани гражданской войны. Нужно было лишь чуть-чуть бензина в огонь. Мило. Да, в этом хаосе можно смело перевернуть город вверх дном в поисках храма. Никто не заметит. Нейт? Эй? Да, я слышу. Надеюсь, ты не думаешь отступить? Кто, я? Нет. Хорошо. Я уже мечтаю разделаться с этими клоунами. Карта есть? Да. Встретимся на старом рынке. Там вроде бы все тихо. Ладно, понял. Черт. У меня гости. Ну, здорово. Оторваться можешь? Боюсь, что уже не получится. Давай. Нейт, как ты? Бывало и лучше. О, нет. Старый рынок. Наверное, это сюда. Найди его! Черт! Ну, ну, ну! Он где-то здесь. Не зевать! Огонь по колесам! Уничтожить их!
Теперь надо найти Хлою. Прекрасно. Ладно, этим путем мы не пойдем. Надо найти обходной путь. Припарковался. Тебе.
Нет! Девчонка. И снова я спасаю твою задницу. Но она же того стоит. О, это у тебя тибетский ритуальный кинжал в кармане? Ну, может, я просто рад тебя видеть. Тихо! Так это и есть ключ ко всему. Так точно. Марко Поло вошел с ним в Шамбалу. Что с ним делать? А, никаких идей. Вообще-то, знаю, что Лазаревич без него далеко бы не ушел. Нельзя недооценивать его. Он и Флинн прочесали весь город. Наверняка сравняли с землей десятки храмов. Так что делать будем? Нейт? Никогда так не делай. Посмотри. Видишь знак? Да. А вон там? Да, очень похоже. И что это значит? Значит, мы знаем, что Марко Поло делал потом. На нужном нам храме должен быть такой знак. Нам осталось просто найти его. А ты понимаешь, что в этом городе больше сотни разных храмов? Да, но если мы посмотрим на город с высоты... То тогда найдем иголку в стоге сена. Да. Тут рядом есть гостиница. Хлоя... На это нет времени. Это самое высокое здание в этом городе. Да, да, это отличная идея.
Пойдем. Да. Плохо дело. Заперто. Жди здесь. Я поищу обходной путь. Похоже, на него можно забраться. Я вижу гостиницу. Я знаю, мы почти на месте. Они где-то здесь. Стреляем в замок! Нейт, открой дверь. Вот он где. Они где-то здесь. Стреляем в замок! Порядок.
Порядок. Отлично. Обыскать здесь все. Назад! Я прикрою. Сади меня. Попробую добраться до лестницы. На такую роскошную задницу просто грех садиться. Держи. Вот видишь, как много от меня пользы. О, черт! Поехали. Идем сюда. Благородно. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Убейте! За ними! Огонь! Маргарну! Их слишком много. Да? Я думаю, лучше подобраться с другой стороны. Лучше обойти этих ребят. Извини, ты что, собираешься взорвать эту гранату? Так точно. Думаю, зайти с той стороны и дать им прикурить.
А с ним что прикажешь делать? Это твоя забота, милый. Разберись с этим парнем. Только без шума. Без шума? Да. Может, не стоит? Поиграем в войну? Ты что, рехнулась? Угощайтесь. Получилось. Дайте его на свой сумму!
Отходим! Граната! Нанял.
Получай! Потерять их из виду! Ну что, понравилось? Да, вроде бы это все. Вот гостиница. Надо придумать, как влезть на крышу. Эй. Что? Попробуем здесь. Подсади меня. Давай. Отлично. Ну что? Есть. Залезай. Ладно. Вроде путь свободен. Ну что, есть другой вход? Отсюда нет. Очень хитроумно. Есть, готово. Ну, черт.
сюда. Да, малоприятно. Попали в генератор. Помоги. Нейт, давай! Не пойдет. Придется включить его, чтобы открыть. Подождешь? Да, жаль, почитать нечего. Похоже, выключатель на верхнем этаже. Подожди, я сейчас. Отлично. Света нет, девчонка в лифте. Я не удивлюсь, если за углом окажется зомби. Нет, нет, нет!
Нейт, ты что, там забыл про меня? Нашел. Почти на месте. Поехали. О, по-моему, ты слишком увлекаешься. Эй, посмотри, Марко, рыбка из воды. Ты просто как ребенок. Серьезно? Давай. Есть.
Сюда. Марко! Сюда. И опять надо лезть. Ну да, вариантов нет. На месте. Осталось найти тот самый храм. Легче сказать, чем сделать. Да, ты права. Может, мы... О, вот он. Вон, смотри. Вот этот? Тот, что в клубах пыли и пороховом дыму. Повезло. Нейт, там-то Лазаревич и засел. Нам лучше бы убраться отсюда как можно скорей. Ну, выбора нет, так? А, черт. Может, это девятый? Прочесать город, найти Дрейка и уничтожить. Ах ты, черт. Все, уходим. Слушай, Нейт, пора идти. Проклятие. Как нам теперь перебраться? Черт, осторожно. Твою мать! Давай руку! Уходи! Живо! Беги! Беги! Беги!
Лучше некуда. Ну, мы почти на месте. Вот это мне и надо. Сюда, быстро! Вряд ли у них сейчас высокий сезон, да? Смешно. Пошли. Класс. Конечно. Повстанцы специально строили их, чтобы бегать по крыше. Вот это удача. Нашел!
остается. Ложись! Thank you.
Эй, трос, вот как мы спустимся. Давай, давай. Ладно, ладно. Черт! Все нормально? О, вот это больно. Я найду, как спуститься. Ладно. Эй, не надо! Эй! Нейт, ты что здесь делаешь? Елена! Джек, стой! Ты что, знаешь его? Да. Это Дрейк. А-а-а. Прости. Ну, и какими ты здесь судьбами? Намерен обчистить пару храмов? Или, может, музей? Я тоже рад тебя видеть. А ты тут, конечно, с благими намерениями. Вообще-то, мы идем по следу военного преступника. Зоран Лазаревич, слыхал о нем? Пусть НАТО его ищет. Они думают, он мертв. Убит в ходе налета. А ты решила открыть им глаза? Знаешь что? Он же просто изверг, Нейт. Он же пытал и казнил многих невинных людей. А теперь он задумал что-то еще, но... Но почему же здесь? Что он может здесь искать? Что-то тут нечисто. Нет. Скажи мне, что не имеешь к этому отношения. Не смеши меня. Вот ты где, Нейт. Вроде ушла. Эй, стой! Все в порядке, Хлоя, это... журналисты. Нам надо торопиться, если мы хотим успеть раньше Лазаревича, так что... О, черт, Нейт! Эй, стоп, стоп, не торопись с выводами, Елена. Простите, вроде тут пахнет историей. О, Елена Фишер, прошлогодняя модель. Смешно. Да. Нет, нет, очень рад, что тебе весело. Ну, я плохо представляю тебя с такой рафинированной кисейной барышней. Она гораздо круче, чем ты думаешь, Хлоя. О. Что еще? Она разбила тебе сердце. Ну, хватит. Разбила. Знаешь что, правда же? Может, это я ее бросил? О, да, Казанова. Нам пора идти. Стой. Они пойдут с нами. Ты в своем уме? Я серьезно. Я не могу бросить их посреди всего этого. Они будут нас задерживать. А Хлоя. Если Лазаревич поймает нас обоих... Я их не брошу. Хватит, черт подери, строить из себя героя. Нейт!
танцуй с тем, с кем пришел на вечеринку. Я понял тебя. Но они идут с нами. Нас не надо спасать, Нейт. Спасибо. Ты в этом уверена? Черт. Марш! Осторожно! О, и что теперь? Я на это не напрашивался. Идем, идем. Помоги открыть дверь. На счет три. Раз, два, три. Все. Спасибо. Здорово. А, и как нам перебраться? С той стороны лестница. Может, лучше просто переплыть? Течение слишком сильное, не переплыть. Ну, это полпути туда. Давай, я подсажу. Thank you.
Отлично. Хорошая мысль. Ну, это полпути туда. Давай, я подсажу. Они повсюду. Джек, ложись! Надо заткнуть эту пушку. Сюрприз. Свободен. И что с ним, всегда так? Да, всегда.
Ну как, что-нибудь видно? Идем, сюда. Это повстанцы. Поехали. Надо торопиться. Мы в безопасности. Класс. Что скажешь, а? Мы у самого порога. Так значит, мы оказались здесь совсем не случайно? Да, не совсем. Вот эгоист. Окей, так что именно вы тут ищете? Видишь символ там? Это Чинтамани, детка. Нейт? Огромный. Огромный сапфир, и он бесценен. В общем, другими словами, вы пытаетесь стянуть мифический... сапфир из-под носа военного преступника. Она хочет сказать, что это ужасно глупо. А я и не понял, Джефф. И вроде бы камень здесь. Но нет. Сам камень не здесь. Эй, посмотри. Нет? Нет, он в Шамбале. Шамбала? Нейт. Ну, которая Шангрила. Можно на пару слов? Милый. Хотя, может быть, лучше нам продолжить эту беседу внутри. Согласен. Пошли. Порядок. Здесь они нас не найдут. Тут что-то не так, Нейт. Лазаревичу не деньги нужны. Их у него хватает. Дело в другом. Пошли. У нас нет времени. Вы ждите здесь. Никуда не уходите. Мы вернемся к вам. Ну, как обычно. О, ну, так уже больше похоже.